Меня зовут Жюльен Манье. Я давно понял, что обречен на одиночество. Конечно, вы скажете, что за глупости. Надеж. Я как черная кошка, всем своим девушкам приношу несчастье. Патрисия. Привет, Алис, это я. Убирайся, не подходи ко мне! Алис. У нее аллергия на твою слюну. Кажется, она сказала, не хочу тебя видеть. Одри. Постепенно я смирился со своей судьбой. Но однажды... Разве часто такие, как я, встречают таких, как она? Я вас ищу повсюду. Правда? Я угощаю. Ненавижу проигрывать. Отлично! Я не люблю легких побед! Неужели и с ней все закончится так же? Осторожно! Берегись! Я подумал, он метит тебе в шею. Ничего, бывает. Ну да. Если не бросишь меня, ты в опасности. Ты же знаешь, что я не верю во всю эту чепуху. Вы мне поможете в создании этого электромобиля. Встреча завтра утром. Не смейте опаздывать. Неужели я упущу главный шанс в моей жизни? Поддержите меня. Эта амбициозная особа случайно не на вас работает? Нет. И давно у тебя началась черная полоса? С тех пор, как она встретила этого. На что вы готовы пойти? У меня есть предложение по поводу дизайна... Ради большой любви. Нет, только не это. На этот раз хватит, все кончено. Мне снова везет. Что ты здесь делаешь? Все прошло. Я больше не проклят. Ну и чем ты мне это докажешь? Вот чем. Любовь с риском для жизни. Фильм Николя Кюша. И ничего? И ничего. И ничего. А что? У вас нет аллергии на устриц? С утра не было. Скоро на экранах. Мэттью Кидман всегда думал о своем будущем. Я вручаю этот приз лидеру будущего Мэттью Кидману. Пока не увидел девушку, живущую по соседству. Она просто секс-бомба. О боже. Мэттью, спускайся вниз. Дэниел присматривает за соседним домом. Покажешь ей город? Сейчас. Ты меня видел? Чтобы я прямо здесь разделся? Простите, а вдруг кто-нибудь дома? И что? Ну так, какие безумства ты совершил? Это на первом месте. Она воплощение всех его желаний. Я вся мокрая, можно войти? Это Дэниел. Чувак. Знаю. Чувак. Знаю. Но он не мог предполагать одного. Может, тебе лучше сесть? Доставай палку покрепче, ковбой. Это не она. Это она. О, нет. О, да. Она ведь порнозвезда, так? Сними комнату в мотеле и... понимаешь? Илай, она мне нравится. И пусть нравится, пока ты будешь в ней. Пожалуйста, Мэтт, ради меня, трахни ее! В этом году стоит только плюнуть на правила. Да, а будь что будет. Что с тобой? Могу я тебе как-то помочь? И ты начинаешь жить. Здорово выглядишь. Спасибо. Ты сегодня великолепна. Соседка. Это девочки из вашей школы? Вообще-то нет. Это порнозвезды. О, да, конечно. Я плохо лажу с людьми. Но кое-что я умею. Мы должны были узнать, что им известно, но раз ты их всех убил, теперь это невозможно. Ты не подходишь для службы в разведке. Это твой последний шанс. Как дела в школе? Ужас. У тебя все лицо в желе. Нужно запостить в Инсте. Может, мне лучше дома учиться? Вы из ЦРУ? Как ты сюда попала? У нее камера, она может стримить. Если Ким узнает, что нас раскрыла школьница, мне конец. И что делать? Убьем ее. Типа несчастный случай. Да, на лестнице. Что? Эй, я снимаю. Заключим сделку. Ты научишь меня быть шпионкой. Хорошо, но имей в виду, после этого мы квиты. Обещаю.
чего начнем? Стрельба, полоса препятствий или как круто выглядеть на фоне взрыва? Детектор лжи. Я нюхом чую вранье. Самый очевидный признак – легкое моргание глаз. Вот так, что ли? Джей-Джей, твои тату просто огонь. Хватит. Джей-Джей, я верю, что ты никогда не принимал стероиды. Блин, схватывает на лету. Что ты видишь, когда смотришь туда? 90 гражданских, плохая безопасность, слабый периметр. Люди радуются и отдыхают. Тебе тоже не помешает. Моя очередь. Цель этого упражнения – обойти меня. Здесь нужно использовать отвлекающий маневр. Иначе у тебя просто нет шансов меня одолеть. Не рыбка! У тебя суровый вид. Но ты хороший человек. Что это он делает? Похоже на танец Шрека на свадьбе. С самого детства у нас была одна мечта. Выиграть песенный конкурс Евровидения. Привет, ребята! Я Ларс, это Сигрид, и мы Огненная Сага. Хотите послушать нашу песню для Евровидения? Вся Исландия будет над нами смеяться. Это неправда. Отец правда меня стыдится. Это не так. Он взглянул мне прямо в глаза и сказал: сын, мне за тебя стыдно. Может, он был пьян? Он сказал: ты можешь думать, что я пьян, но я как стеклышко. Идиот. Решено. В этом году Огненная Сага представит Исландию на Евровидении. Катастрофа. Просто немыслимо. Они старые, омерзительные. Но выбора у нас нет. Так решено? Да? 42 страны. Сотни исполнителей. 180 миллионов зрителей по всему миру. Это Евровидение. Осторожней с этим малым. Он секс-плейбой. Привет, красотка. Сигрид, очень красивый голос. Спасибо. Мы дуэт, который никогда не распадется. Джордж Майкл говорил тоже про второго из ВМ. Никто не знает его имя. Эндрю Риджли. Помни о нашей цели. Мы должны выиграть. Что ты делаешь? Хочу, чтобы мой диндон казался побольше, чем на самом деле. Класс! Да. Сделаю верблюжью лапку. Лапка классика. Такое из моды не выйдет. Да. Вот оно. Мы должны доказать Исландии и моему безумно красивому отцу, что я не зря потратил свою жизнь. О, боже мой. Сигрид, я все запорол. Марс, ты мечтатель. Мой мечтатель. А, нельзя. Почему? Романтика разрушает группы. Fleetwood Mac, Ace of Base, Саймон и Гарфункель. Да, я забыла про Саймона. Огненная Сага не сдается. Сегодня наш вечер. У вас нет ни единого шанса пройти. Хватит ржать, я же с тобой дерусь! Ты вроде бьешь, но очень слабо, как будто кошечка в мягких боксерских перчаточках. Боже! Как тебе живется у дочери? Хорошо, только у меня вот далеко внуту внука, его это не слишком обрадовало. На чердак? Мы семья и должны чем-то жертвовать ради друг друга. У тебя 24 часа, чтобы вернуть то, что принадлежит мне? Звони, пусть говорят. Да, ты попал. Расслабьтесь, что он мне сделает? Что там за шум наверху? Деда уронил свои шарики. Я его придушу. Ты правда хочешь войны? Я не сдамся. Я налил острый соус ему в кофе. Ааа!
Что надо для счастья? Не говорить про бывших подруг. Но как забыть совершенство? Оглянись вокруг. Может, здесь есть идеальная девушка? Привет. Хотите что-нибудь еще? Ты выйдешь за меня? Да. Я выйду, если хочешь. Голдвин-Майер, Грин-стрит Филмс. Пап, знакомьтесь, это Кэти, моя... Моя... Невеста. Невеста? Они начинают жить вместе. Господи, извини. Ну, Андерсон, не бойся. Мята. Обычная зубная паста. Извини. Он напрягается. Какой ты нервный. Она хочет заниматься сексом. Я звоню 911. Им предстоит познать друг друга в радости и в горе. Этой осенью. Думаю, это то, что мне надо, чтобы вернуться к жизни. Отношения – штука сложная. Чем плохо жениться на незнакомке? А если просто встречаться хотя бы месяц? Семья порой угнетает. Твой отец бежал из тюрьмы? Да. Позаботься о моей крошке, а не сумеешь. Тебя просто не найдут. Но любовь сногсшибательна. Нет. Джейсон Бикс. Айла Фишер. Женюсь на первой встречной. Можно? О. Вроде брыкается. А какой срок? Я не беременна. А, как неловко. Сама виновата. Мы парашютный пожарный отряд. Самый элитный отряд пожарных в мире. Мы должны быть на высоте. Каждую секунду, каждого дня. Спускайте. Делайте, как говорю, прямо сейчас. Говорит сейчас. Приготовься к извлечению. Нет, стоп, стоп. Ух ты. Пока мы не вернем вас родителям, я обязана вас заботиться. Чем я и займусь? Мама! А вы будете слушаться и не мешать нам работать. То, что ты сейчас изобразила, вот это неправильно. Никаких выходок в мою смену. Ты пожарный? Шею заклинило. Сию же секунду начни следить за выражениями, сестренка. Или что? Мэшер тебя накажет, вот что. Стой! Сидеть? Это как понимать? Кажется, малышка сломала пса. Я не могу эффективно работать, когда отвлекаюсь. Ты забыл, каково быть ребенком? Суп, мы тебя убили? Народ, какие у вас крутые игрушки! Парни, ложись! Жжем не по-детски. Ты за пожарный? Знаю, сразу не скажешь, но он милый парень. О, напор что надо. Бум-бум. Бум-бум? Что за бум-бум? На меня не смотри. Не надо, чувак, иначе... Привет, пап. Привет, Рашида. Фильм Apple. Господи, вы прямо светитесь. Клифф, мама здорова? Да, спасибо. Отлично. Он думает, что мы пара. Как же. Вся в делах? Да. Дин вечно разъезжает с клиентами... А я достаю его нытьем и занимаюсь детьми. Сплошная рутина. То есть Дин часто в разъездах? По делам? Пап.
Поднимите руку, кто чует обман. Он не такой, как ты. Он хороший человек и отец. Природу не обманешь. Мужчина всегда хочет драться, доминировать и оплодотворять самок. Фильм Софии Копполы. Может, я ему просто наскучила? Глупости. Женщина красивее всего с 35 до 39. Супер. У меня в запасе аж несколько месяцев. Феликс, давно приехали? Весь в делах. Да. Жизнь кипит. Неужели? Он должен целовать твои следы на земле. Если он тебе лжет, ты должна знать. Что, если он просто работает, а я себе напридумывала? Предлагаю за ним проследить. Что? Увидеть, так сказать, в деле. И это, по-твоему, неприметная тачка? С дороги! Это Плаза. Сюда удобно водить любовниц. Куча выходов. На целых три улицы. Сделай хотя бы вид, что не ловишь от этого кайф. Потому что моя жизнь сейчас трещит по швам. Последняя капля. И зачем женщины делают пластику? Из-за таких, как ты. Нет, я предпочитаю фабричную сборку. Да, только всех форм и расцветок. Спасибо, приму это за комплимент. Сказать, кто убийца, Дворецкий. Он всех убил. Прошу тебя, просто дай мне спокойно почитать. Полундра! Что влечет вас за океан? Медовый месяц. А где ваш муж? Мертв. То есть спит. Спит, как мертвый. Сэр, если вы не вернетесь на место, мне придется вызвать копов. Привет, дорогой. Вообще-то мы женаты 15 лет, просто мы были очень-очень-очень-очень заняты. Я чищу зубы. Да-да, я вижу. И делаешь это с особым усердием. Чарльз предложил нам провести с ним выходные на яхте. Притащил на праздник обывателей. Вы актриса, да? Грейс Баллард. Ну, а я Ник Спиц. Это моя жена Элисон. Я... Глазами... Я Одри. Я так и сказал. Ты когда-нибудь дурачилась на лодке? Я могу просто лежать, а море сделает все за меня. Совершено убийство! Мне его вытащить? Нет, он же длиннющий. Слушайтесь моего мужа, он детектив. Сейчас ставлю назад. Не надо назад. Нет! Меня зовут инспектор дела Кола. Я буду вызывать вас на допрос. Такое совершенное колечко, как ему удалось? Кто-нибудь показался вам подозрительным? Американцы! Мы ничего не сделали. Кто-то хочет нас подставить. Мы все делаем вместе. Прошу тебя, раскроем это дело. Как в книжке «Смерть в библиотеке». И чем же кончилась эта книжка? Смертью? Поэтому она так и называется. Про вас твердят во всех новостях. Вы что, кого-то убили? А ты сам в это веришь? Зная тебя... Ты в него стреляй! Это предупредительные выстрелы, детка! Если действовать, то действовать уверенно. Бум! Скорей, скорей, скорей! Феррари! Что? Тестероса! Как в фильмах про Магнум и Пи? У меня усы, как у него! Как так? О, ты что, прикалываешься? Я нарочно, сама не знаю, как все, гони! Знала бы ты, как роскошно смотришься! Я люблю тебя, дорогой. В семействе Верной 4 дочери на выданье. Как зовут жениха? Чоу, Пьер, Поль, Линь. 3 дочери. Рашид, Абдул, Мохаммед, Бен, Асен. 2 дочери. Давид, Марис, Исаак, Бенишу. Улыбочку! Кто там такой мрачный? Не двигаться? Чем мы прогневали Господа Бога? Пригласим всех на Рождество. Как это к твоим родителям? Избегаем опасных тем. Израиль, Далай-Лама, Паранджа. Джеки Чан и Арафат будут? Каддафи, Энрико Масиас, Брюс Ли и Равин. И ни слова о нашей сборной по футболу. Если отмочат шутку про евреев,
Просто забей. Если кто проведет параллель между числом иммигрантов и преступностью, ты просто молчи. Если начнут китайцев стебать, мне что делать? Улыбайся. Ну да, я же китаец. Ты глянь, грамотно тестю залезнул, падла. Я тут думала о вашей младшенькой. Может, ей стоит подыскать католика? Я выхожу замуж. Он католик? Да. Радость-то какая. 10 минут опоздания, уже ясно, что не китаец. Ущипни меня. Это Шарль. Три метисы и черный. Родаков ждет Фукусима. Французы подлые и тупые. Пусть только вякнут хоть слово против черных. Я их размотаю. Живет тут как король и еще морду воротит. Хоть бы раз мог бы побыть клевым. Я че, негр с пачки Uncle Ben's? Безумная свадьба. У них родятся такие славные метисики. Чем же мы так прогневали бога, Клод? Это ужас какой-то. Кошмар.